Лысенок Евгений, я российский 30-летний турист. Сейчас для вас я нахожусь в Таиланде, в регионе Паттайя. Гранд Джамтьен Палас, мы сейчас будем с вами смотреть отель. Он находится в регионе Джамтьен. Вот это само здание. Это, судя по всему, бассейн отеля. Находится через дорогу. Пляж находится вон там, но там платные лежаки и зонтики. Тип номера Superior. Значит, что у нас здесь? При входе плитка. Потом у нас идет пол деревянный, ванна. Пол деревянный, кондиционер центральный. Две кровати у нас тут. Все чистенько, аккуратно, простенько. Балкон. Малютка с видом на море и на бассейн. Чайный уголок. Магазин с баром. Сейфа здесь нету, здесь сейф на ресепшене, дополнительные две подушки, одну комнату, здесь ванна, вот такой душ. На этом же этаже у нас есть бассейн, вот он. Здесь же делают массаж, бар, ресторан через дорогу от отеля находится. Тут, видимо, живая музыка. Бассейн. Здесь же вам могут сразу сделать массаж. Тип номера Deluxe. Покрытие на входе плитка. Дальше у нас идет тоже плитка, две кровати. Что там? Тут номер немножечко получше. Но то же самое, плюс-минус, да. Чайный уголок. Фен вот здесь. Фен маленький. Вид с него на бассейн и прямой вид на море. Мини-бар. Здесь у нас ванна и душ. Так же, как и в соседнем номере. Две подушки у нас, сейфа нету, сейф на ресепшене. Дорвался я до пляжа. Сходить снять очень интересно. Здесь хороший вход, песчаный, такой мелкий песок. Я не могу сказать, что здесь плохо. Чисто все, мусора нету. Людей много, шезлонгов много. Зонтиков тоже много, все закрыто. Сейчас мы идем с вами в другой корпус. Гранд Шалет. Винг называется. Он отсюда название впереди. У них здесь есть собственный бассейн, я вижу. Он двухэтажный, трехэтажный получается. Михи. Это ресторан. Он сейчас закрыт. Покажу вам, как выглядит. Все чисто, аккуратно. Номер 366, Superior Chalet. При входе у нас здесь плитка. Дальше мы заходим. Пол у нас деревянный, большая кровать. Ну, номер мне нравится, круто. Этот вот лакированный пол. Очень дорого смотрится. Фен такой же маленький, плазменный телевизор. Здесь уже у нас большой балкон. И вид у нас с него на сад.
и на бассейн. Чайный уголок. Бар. Холодильник. Ну, здесь, конечно, ванная комната гораздо лучше. Здесь душ тропический, кабинка душевая. Все беленькое, чистенькое. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд. В любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите, буду рад вам помочь отдохнуть. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.